у Алисы сегодня выпал первый зубик ее. Вот он такой маленький зубик. Диана, моя девочка. Диана. Папа делает. Иди сюда, показывай. Ой, зубик выпал. А что будем делать? На, держи. Да, мам, где зубная фея? Погодите, это не бывает, я знаю. Да? Да. Вот он, зубик выпал, да? Сегодня весь день он мучил, до этого тоже мучил. И мы всякое уговаривали пошатать его. Он уже, конечно, отвалился хорошо. Но она, он, как сказать, боится боли у нас. Ничего, кровь пройдет, намазала этим детским. Кремом этим, который малышам для прорезывания. И вот это, кстати, выход, если у вас, у ребятишек, вот-вот выпадет зубик, можно десну помазать, не так больно будет. Мам, можно дай будет удалить этот зуб. Ну, или она сама может, у вас там ребенок сам может пошатать. Самый первый, да? 5 годиков выпал. Она уже поползкала. Так, слушай, внимательно слушай правила. Язычком там ничего не трогай. Ладно? Все, пускай ранка, лунка заживет. А если ты пускай? Потому что когда вырывают, даже врач говорит, чтобы язычком не трогали. Ты сейчас порвешь бусики. У нас время вот 9 часов уже. Все, мама, иду смотрим, где наверху ребятишки смотрим. Ребятишки смотрели тут фильм про Аладдина. Сейчас скоро пойдем уже спать. Не надо, она уже сполоснула. Да я полоскала. Ну ты выплюнула кровь. А еще что у тебя появилось на ушках, покажи. Тебе ушки прокололи, да? Вот, 5 годиков мы прокололи. Хотели с рождения ей сделать, но потом все откладывали. Целых 5 лет. Мама, я пойду Наде покажу. Покажи, конечно. А где Надя? На втором этаже, наверное, уроки делает. Елочка у нас все еще стоит. Елочку надо убирать. Ну, пока не хотим. Вот, такую штучку ребятишкам подарили. Светит где-то там на потолке, но надо выключать свет вообще. Ну вот-вот, уже скоро уберем елочку, потому что Надюша любит, чтобы на день рождения у него всегда настояла 19 января, воскресенье, а потом мы уже убираем. В общем, скоро уберем. Так, ну мы все уже поужинали. Сейчас кто-то там еще до сих пор ужинает. Картошку запекали сегодня в духовочке. Скоро пойдем спать. Ваня у нас на дистанте, да, Ванюш? У нас школа что-то разболелась вся. Болеют ребятишки очень сильно. Но не все у нас на дистанте. Вот Ванюша 2 класс на дистанте сидит. Вот. Остальные вроде ходят пока. Но тоже болели. Миша сегодня отпросился, живот болел. Ну, потом это прошло все вроде. Ванюша, убери-ка оттуда сухарики. Вот вы там кушали, сейчас их рассыпите по всему дивану. А тут пылесос только помыл полы. Вот тоже уже шикотится, да? Да на втором этаже, наверное. Где это Надька? Где это Надька? Сема, как твои дела? А у тебя еще рано зубиком выпадать. Покажи зубки. Да где у него болит? У него хорошие зубки, все целенькие. Вот так сделай, так. Вот. Вот, все зубки целые у него еще. И один не выпал, да? Мама, я положу под подушку. Вот откуда это пошла, вот эта вот традиция, ложить под подушку, чтобы что-то кто-то там положил. Мама, там кровь осталась. Мама, я бы тоже буду чистить. Будешь чистить. Не больно было? Нет. Мама, когда я откусила, реально он выпал. Ты яблочки кушала, да? Я просто его откусила, подошла сюда. Я посмотрела, вытащила его. И все. Ну вот. Это хорошо, что яблочко тебе помогло. Этому тоже хочется зубик. Ну, у Семы тоже потом 5 лет выпадет. У нас у всех так. 5-6 выпадают зубки. Ну ладно, все. Хорошо все. Мама. Беззубая ты лала. Дай я тебя сфотаю. Всем привет еще раз. Это уже другой день.
стряпаем мы булочки, печь будем, да, ребята? Да. Собираем Мишу в Новосибирск сегодня вечером. Наверное, 8:30. Поезд у них. Еще надо купить жвачки. Да. Вот уже немножко тут выложила, поднимается. Что, Симочка, весь в муке? Симочка! Мне нужна мука. У меня что-то какое-то бессилие сегодня наступило. Я прям с трудом сейчас стою, это все делаю. Видать, уже то, что срок беременности 34 недели у меня сегодня ровно. Уже немножко тяжело стоять. Хотя я в бандаже, все, но все равно усталость начинает накапливаться. Но надо все равно ребенка собрать. У них сегодня были соревнования тоже. Сейчас покажу вам медали. Ну, такие здесь районные. Вот такие красивые. Две медали. И, по-моему, со спортмастера две карточки. Каждая на 3000. Дистанция. Холодно, говорит, было сегодня. Такая. Фролов. Что-то не подписали одну. Еще одну. Надо прибрать все это. Так, а ты что будешь делать? С формочками хочешь? Нет. А что будешь? А, ты тоже как мама рулетики хочешь завернуть, да? Ну, тонковато, конечно. Сёма. Сёма. Вот. Мы, откуда у него это? Вот Миша только приехал, время 7:30. Сейчас нужно быстро ему в душ собраться, мне постряпать. Надо собирать ему все, что нужно в дорогу, возьми. И там, если что-то не хватит, он сам уже купит. Я просто денежки ему дала. По-моему, до 9 февраля. Будет там. Там еще есть мак? Нет, Вань, мак я весь уже брала. Ты поздно подошел. Может, тесто? В общем, мы печем булочки сегодня. Mm-hmm.